Я пока в фуру. Алисочка, каски, Блэйдлайт, кулаки, Анон, МП5. Или нет, Анон, кулаки и Блэйдлайт, МП5. Я вообще, если что, в Наксе первый раз. Кто? Мы я. Таких любим, поверь. Кто первый раз? Танк, я вот прыгаю. А, я думал, ДДшка какой-то. Или хил, не дай бог. Ну, где один не будешь справляться, я тебя постраховаю. Может быть, я на кулаках буду, у меня бафнутые. Все, Анон на кулаках. Да. Yeah. Ну, я тебе и сказал, на кулаки иди, раз у тебя бафнуты. Справился потом, посмотрел, что ты у нас этот ретрик. Вот, а вот лайк, МП5 даст кому надо. Иди, пуляй, трэш, мы все здесь собрались, ждем. Рыбу поставили. Все, все на рыбу потянулись. Так, давайте этих зальем и рыбу поведем, а то уже спуляли. Не упал крейду, ёлкачный, блядь. Этого жалко, Христа нет. Встану. Идите, стойте, покушайте сначала. Покушайте рыбку. Вот тут стоит вначале. Хорошо, что все поедут. Ты, сукин... В стол ставлю, ребята. Почему не смотришь Инстаграм? Я телефон вообще редко трогаю. Давай, давай, лети. Сейчас, подожди. Я поставлю. Че ты там поставишь? Да, это я бдительность не поставил. У меня... Поставь, пожалуйста, лут этот эпический. Зачем? Ну, чтоб зеленка это не вылазила на ролл. Я ее пулю. Это было бы воровство. Я тоже. Сейчас, не согласен. Будет зеленка. Нинчатеры, блядь. Колян идет. Сагрим уже. Ну вот, сагрим. На пула нету. Ты че живем, че? Будете столкать. Нету на пула, значит нету. Че ты далеко убежал, стой. Вот же первый раз. Этого стой на месте, жди. Бедилку сразу на срезы кинь, она всегда пусть будет на мне. Я буду периодически в ОТС хэкаться, буду на тебя тоже бедилку вешать. Будем друг у друга, как говорится, бдить. Идет. Так, все отошли за спину, там проверили свои. Начинают СПДшники. Ну, и как бы милики подключаются. Смотрим
за агро, не рвем. Как только вы появляетесь вторым в агролисте, если вы милик, вас шотает. Что, поехали, поехали. Кидай топор у него на. Все, я заезжаю, да? Да, давай. Кому надо на любой спек, в спек сразу нажимайте да и надо и так далее. Не ждите, что там нажмете монетку, кто-то не распылит, не будет такого. Кто не знает эту тактику, плюс рейд. Наверное, в десятке ты сам его потратишь. Это, слышишь? Так, давай сначала этих трэш зальем, я потом объясню. Давай ты, наверное, по МТ-ше что-то, потому что он ни разу не был в этом. Чё он тогда делать будет? Ну, он не будет правильно отводить, наверное. Ну, хотя попробуй, пускай. Ну, со стороны хотя бы увидим. Да. Я объясню, в принципе, там, ну, не сложно. У тебя ДБМ есть, танк? ДБМ нет, не работает. Не тот скачал видео. Короче, смотри, вот допустим, ты стоишь только по той стороне. Там такая же решетка, ну. Бьешь бот, держишь его, держишь, там кидается лужа. Облако или как-то там ядовитое. Отбегаешь вот так чуть-чуть, чтобы рейндж был. Бьешь, 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 новый появляется, опять чуть-чуть отошел.
Вся твоя задача вести ее по этому счету. Вот столько чуть-чуть. Где-то видишь одно деление вот здесь, вот настолько. Да, вот оно. Потому что облако быстро растекается. Ладно. То есть еще раз, я его бью, он кидает облако, и я отхожу. Да. На одну решетку отходишь назад. Только это, внимательно слушаю, если что. Если что, подскажет. Гнали, все трэш пуляете, нужно зачистить всю комнату. Понимаю, оно. Пацаны, ловите трэш. Танк ловите, а то он уже полетел. Дайте бокса, быстрее бокса. Следите их, следите. Ну, пацан, тут золото предлагает купить дауны какие-то, но... Уведись, это бан. А админы, да? Да, они сразу банят тех, кто... Интересно, как они палят? Это же они продают. Его на это решит тягать? Ну вот отсюда поймаешь его, топор кинешь, он на тебя подойдет. То есть не сразу вот здесь на решетке стоять? Так, смотрите, все объясняю, в чем прикол. Нужно всегда стоять за спиной, даже если вы РДДшка. Не нужно, чтобы его хлебалушка была, вот, чтобы он вот повернул глазики и вас увидел. Чтобы всегда вы его жопу увидели. Когда на вас метка появляется, вы отбегаете подальше от рейда, поближе к лужам. Так, все, давай. Отводи чуть-чуть сразу. Чтобы рейд был у него за спиной. Так. Отходи от рейда. Ой. Вот, все, сейчас его продисплеят. Давай, беги. Еще отводи. Диспел. Еще двигай. Еще дальше. Давай еще на одну, он пукнул, пока ты вывел. Сорвали. Забираем. Вот, тормозни, Депас. Ну, красавчик, надо. Чуть быстрее. Ладно, давайте это, ложимся, залезьте в лужу в ретрейне. Молох, тут же не в ДПСе счастье на этом бойсе. Скачай ДБМ, пожалуйста, товар. А, сейчас. Аддона, если что, есть в Дискорде. А, в Дискорде? Сейчас. Там есть. Да, сейчас тебя нет. Я сейчас спектру скажу. Посмотришь, как я вожу, будешь забирать слизней. Раскол, понимаю. Колян за стен. Ну, Колян. Сапэ, какой-то из них не Колян. Кто-то двойник Коляна. Ну, вот этого давайте убьем. Это не Колян вообще. Это левый пацан. Какой-то Вася пришел.
Колян вообще в эту дырку не заходит. Знает, что тут хорошие рейдеры. Как там этот еще называется? Аддон, чтобы он увидел, сколько агро там. Умен. Так умен стоит. Почему ты не сагрил, когда молок переагрил? Я, ну, сагрил. Там не хватило, не знаю, что. Там сорвалось. Может, кстати, с этого босса, если срываешь, то ты это, отлетаешь. Так просто его не переагрить. Тогда мне дали огнуться, я сейчас установил. Давай я устанавливаю поговорить. В принципе, чтобы ты сразу узнал, что куда. ДБМ тоже, если ты его первый раз видишь, непонятно, что это за херня. Там он скачал папку, и в эти, в эту папку, все, что в ней есть, я в интерфейс, правильно? Или просто... Подожди. В интерфейсе нужно создать папку Addons. У тебя есть она? Да, есть. В папку Addons, а не в папку интерфейс. Биба, ты где? Я останавливаю. Сейчас это. Иду. Сейчас захожу. Спасибо. То, что бана тут нужна, но хорошо. Новая тактика, короче, расставляем тюлени по этой платформе, понял? Кого? Вот видишь, тюлень. Кролик. Это кролик, а не тюлень. Ты тюлень не видел? Да он отображается, как тюлень. О. У меня он как кролик. А, все, отлично. Давайте я раздам, поставим это лишние, сколько там, 28 тысяч урона. Так, ладно, хорошо. Так, смотри. Сейчас запулим, почитаешь, что пишет тебе ДБМ. Так, все готовы? Да, точно, капитан. Да, терпи. Сейчас меня не срывай, только этих слизней забираю. И в лицо не бей его, а сбоку, чтобы слизней не появляться. В бочину иди, как вместе с ДДшниками. Под лицом не лезь. Вот он пухнул. Отошел. Слизень один появился, заберите. Шаман трейдер. Шаман.
Ну, сейчас опять. ДБМ показывает таймер. Да, и зовите облако, да, туда. Первое облако, это он начинает своим шприцом в небеса махать. Следующее облако уже по таймеру будет. Он сейчас примерно оба. А кто здесь спалил в рейде? Зачем? Я еще не вышел. Вы что там это делаете? Почему хилу на? Ты же сам себя умеешь заспалить. Скидывайте. Моща, дай БР по хилу. Поэтому я не люблю это террорить на этом боссе. Поносишь нормально. Хил, прохилься. Ебой. Ну вот это что было вообще? А это баг. Даже... Мы не убьем второчка, да? А, молок еще был. Все равно будет слишком много. Давайте блужим. Случилось. Да забагнулось. Ну все, я понял, как там таймер есть, я по таймеру и ухожу. Нормально, сейчас этого босса пройдем, все нормально будет. Он иногда багается таким образом, бывает. Мне починиться надо, сейчас, я быстро. Я маму-то поставлю. Бать? Тёма, ты мамон, да? Мажор на мамонте, блин. Прям там, перед боссом? Не-не-не, да вон, блядь, на выходе. А, на выходе еще. А там по правой стороне лужи были, да? Или чё? Были, они размазались. У меня просто что-то забагалось, я нихера этого не видел. Так как с инста выйти? А вот вижу. Я в ахуе, с нами девственник, понимаете? Да. Давай, чинись. Я Лехи ставил сначала, типа такого. А зачем это обсуждать? Ну, сейчас будете решать мне девственность Инакстрамоса, получается. Не мы, а Килтузат, нахуй. Ну, вы вместе с ним. Килтузат лавка вообще позорная. Он гроб уже два шприца напихал. Хейган будете девственности лишать, нахуй. Да, я не тебе Хейгана я сам пытаюсь. Он просто посмотрит, как его выйдет, и все, будет на следующий день раз уже сам. А нет? А. Престосково шитка нет? Нет.
Ебать, тупо рейд коров. Мини коров, конечно, но мне тоже нравится. Не, я ошибся. Три пала, один кто-нибудь поставьте этот броню. Лови его. Лови. Куда ты прыгаешь? Тебе стоять надо и танк нажать. Давай, иди на исходную. Отводи. Вижу. Отводи. Тёма, выходи. Диспельте, ага. Что, мы Геры не даем на бот? Давай дадим. Мося, Мося, стопай, стопай, стопай. 20-125%. Саладин и Сальву кинут. Три пала, может. Я выхожу. Скидывайте. Ну, Сальву да. Сальву полой. Блять, одному и тому же дает. Лоя, в стелс уйди. Я тоже пошел. Блять, понял нах. Спрец, выбеги. У меня тоже лужи забагались, не вижу. Ребят, когда маг уходит в стелс, лужи багаются, я их не вижу, короче, те, что были. Я тоже, ну. Шовер. Шамар. Отводи, отводи. Тём, держись в локе и все будет нормально. Зачем так близко продиспелили? Прохильте, прохильте. 700 тысяч осталось. Диспелить. Танка, 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 ну. Отведи еще чуть. Добивайте. Все, ну, изи победа, ну, топчики, красавчики. Боешка. Брат Биба, нахуя тебе такая хуйня? Так я ж это не делал. Я откажусь, нажал. Тут смотри, как спрыгивать. За всеми так же спрыгивай ровно. Не то можешь так же. У нас зафейлился кто-то. Ну и тут... А чё, его резнуть? Да он там умер уже. Стой, 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 стой. Смотри, как прыгать. Там в углу лежит. Не знаю, будет видно его. Или он встал. Он встал.
Тут сейчас тебе будет надо переагривать со среза, понял? Когда он будет тебе говорить. Да, тут не критично. На меня бдилку сразу кинь, я на тебя кинь. Ой, а чем мы будем ему эту исступление снимать? Не надо ничего здесь снимать. Танки капец переапанные для этого данжа. Так. То есть, как по команде мне просто агр снимать. Он тебе будет говорить, будет переагривать. Там смотри, в чем прикол. Босс попадает в поступление периодически. И дебафы кидает на снижение здоровья. И чтобы ты... Нужно, чтобы ты подержал, короче, какое-то время, пока у меня дебаф не спадет. Вот и все. Артемка, ты будешь водить? Да. А здесь ады спавнятся? Да. Но тебе их не надо трогать, там маг будет бегать. Ага. А то есть мне просто стоять рядом с тобой, бить, а потом... Ты вот тут будешь стоять, смотри, где Анон бежит. Еще раз. Вот тут вот будешь стоять, стеночек. Тем ты локать будешь водить. А, вот так, там... Все готовы, погнали. Посмотришь просто, когда я тебя скажу, снимешь с меня. И все, понял? Все, полетели, они с центра там выходили, да, лучше? У меня аркан показывал. Да, вы пьете еще. Что за нетерпеливые молодые люди? Это ж паладин. Вон. Лерой Дэнкин. Встань в меня. Где? Видишь, детстве? Пиво. О, вот тут. Смотри, вот на мне 300. Забирай сейчас. Сейчас у меня спадет, я за тебя заберу. По 300 будем держать, потому что этот, у нас нет роли, чтобы снималось время. Ну или контакт. Под иступление можешь прожимать щелпов. Ну, если сильно пробьет, то уж не шаг назад, то тоже. Ты капец, теряюсь, где написано, где у него эти стаки висят? Дебаф, посмотри, вот у тебя сейчас один стак должен. Угу. Вот сейчас у меня один стак. Забирайся. Готовьте скоро заливать эти. Истребление через секунду. Так, ну хорошо, я на него не кастую пока. Кастанул. Побежали, Вада в тычный. Пока не забирай. Ну, считаю, нормально. Так. Подождем, пока два брата пройдут. Браты, акробаты. Да. Побежали, не отставайте. На мага дурачка внимания не обращайте, его просто все мобы тут в этом инсте боятся. Да? Ты просто с ними подвязан, но. Ну да.
стену двигайтесь. На входе. Молодцы. Первая налево, вторая направо. А кто первый, кто второй? А, поэт? Ты направо идешь, стрелец налево. Стрелец налево? Сейчас. Вы так круто все расписали, что стрелец еще платье не берет за собой. А, тут ему надо тактику рассказать, минусы, плюсы. Поставь это на цель. Естественно, вы так это... Не спешите. А, мне еще URL надо прописать. Так, я пару сек, быстро буквально отойду. Пару сек. Алло, я здесь. Так, ну все, я примерно рассказал. Шавор, иди, наверное, с теми направо. А Мосик нам. Так, в чем разница? Ты, короче, смотри, Бива, сначала тебе говорю. Мы с тобой держим, я Сталага, ты Файгена. Нас будет бросать туда-сюда периодически. Ты просто перехватываешь своего пацана таунта, как только прилетаешь. А не ты спрыгай туда-сюда? Нет, ты прыгаешь. Тебя прыгают, понял? Ну, я кидаю, ага. Да-да-да, возьмут тебя, тмут пинком. В чем прикол? Здесь нужно, чтобы мы убили их одновременно. Это в основном ДД касается, а не нас. Просто я к тому, чтобы ты не прозевал, когда тебя перекинут. Они иногда кидают на себя истерию. Под истерию прожимают блок щитом, ну и так далее. Смотри, что тебя не убило. Есть еще класки на сокрушимости. Если хочешь, я тебе дам. Mm-hmm. Надо тебе? Да, надо, у меня нету. Ну, иди сюда. Я тебе дам 4 штуки. Это эликсир на прожим. На всякий случай пусть будет. Если у тебя все прожимки кончатся, там ни глухой обороны, ни шагу назад, класку прожмешь. Так, что, в общем, когда мы убили, мы перепрыгнули на платформу Стадиуса. Стадиус будет кидать сдвиг полярности. Смотрим в иконку дебафов. Там, где у вас премиум, элит, бронз, там, и все такое, орда, там, вот это вот все написано. Чего нужно узреть? Красный на вас дебаф или синий? С синим дебафом вы бежите. Направо, это щиточек на полу написан, с красным дебафом в крест, вместе стоим, кучкуемся, в красном и в синем. Если у вас красный, вы бежали в синий, у вас шотник. Все, вроде все объяснил. Давайте хоть попробуем. Шавор. Шавор и Воев. Вы видите, в какой вы группе? Я буду анонсить, если что-то. Нет.